кажется, потом. То есть, может быть и панда, может быть хороший человек, а так это тоже. В принципе, очень часто все курсы рекламируют себя, и все очень круто в них звучит. Но тут иногда даже иногда можно сказать наперед, там, будет ли это лажа какая-то или что-то нормальное. Но иногда, к сожалению, нельзя. Нет, но я, кстати, думаю, что полезный, наверное, будет просто совет, если вы пытаетесь идти на курсы, узнайте как можно больше о преподавателе. Банально, просто приходите и требуйте портфолио, резюме, я не знаю, где он работает, кем он работает, что он делает. То есть, если